Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Продолжаем проходить дополнение для Одиссеи «Наследие первого клинка». И у нас сейчас должен начаться второй эпизод. Задача простая. Доберитесь до своего корабля. Кстати, а нам что-нибудь дополнительно написали? Нет, ничего не написали. Познайте свое наследие. Отправлюсь в Дим и выясню, кто это. Найди меня, хозяйка Орла. Наши пути разошлись после ужасных событий, последствия которых ощущаются до сих пор. Посматривай вверх, когда будешь в западной деревне Ахеи, ты найдешь меня там. Ну ладно. Это что? Почему на корабле это так внезапно началось? Ну, кто-то, видимо, на корабль передал. Во. Письмо. Кассандра получила таинственную записку от неизвестного отправителя, просившего о помощи в Ахее. Не такое уж необычное событие для известной мести. Хорошо. Давай посмотрим, а где у нас там Ахея-то находится? Я не помню. Не внизу где-то? Атика, Беотия, Фатида. Ты видишь Ахею? Вот она. Так. Он ждет у пункта наблюдения в маленьком городе в западной части долины Истион. Долина Истион. Я не вижу долину. А, вот она. Ну, у нас тут особо выбора нет, так что вот сюда сразу, а там посмотрим. Похоже, нам сюда и надо. Меня. Что? Чего-чего? Не знаю. Что-то поломалось немножко, диалог. Обидно. А, зачем я спрашиваю? Поднимайся. Там Дарий сидит? Ну, вроде бы. Показалось. Вроде бы он, да. Дарий там, наверное... О, привет, Кассандра. Кассандра такая, прыг. Но она там что-то ему говорила. Да, Дарий. Сидим. Дарий, отдохнул бы. Ха, после Македонии и Охотника в Греции нет безопасного места. Для нас нет. Нам нельзя отдыхать. Мы всегда будем в бегах. Орден не отпустит нас, если вы остановитесь. Натак умрет. Остается лишь бежать дальше. Хоть мне и хочется остаться. Кстати, а где Натак? Вот почему я написал. Беда? Мы искали в Ахее корабль, плывущий к дальним берегам. План простой, но, как обычно, бывает... Возникли сложности. Этот флот плывет в Патры, и он не первый. Здесь что-то неладно. Военные патрули, морские блокады. Натак отправился на поиски корабля, но не вернулся. У тебя есть предположение, что стряслось с Натаком? Он умен, будет держаться в тени. Учитывая, сколько в Ахее размещено солдат, он скорее прячется, чем... Он найдется, Дарий. Как думаешь, что там происходит? Что-то важное. Думаю, Натаку удалось узнать, в чем дело. Возможно, Орден причастен. Тем более нужно найти его. Найти Натака будет просто. Он ушел в Патры этим путем. Отсюда и начнем. Следуй за мной. Не так уж и высоко. Ой, да Кассандра. Эй, ты! На крыше! Да. Она не твоя. Ты прав. Кто-то прыгает с крыши. Нужно разложить побольше сена. Заботливый какой. Давай. На полпути в Патры с Натаком что-то случилось. Нужно найти его. Найдем, Дарий. Найдем. Он тоже всех сбивает. Чем вы с Натаком занимались после Македонии? До Ахеи. Выживали. Как-то скучно. Надеялась, я развлеку тебя рассказами о своих великих приключениях. Ну, да. Мы прятались в тенях, скрывались от людей. Скука безопасна, приключения нет. Хорошо, можно ускориться. По газам. Ты чего? Пути расходятся. Лошади. Натака будет трудно отыскать. Конечно, его воспитал я. Попробуем найти его. Что ж, по следам. В общем, там было что-то вроде. Я просто обратил внимание, там две лошади стоят и все. Очень странно это смотрелось. Тяжелый доспех и кровь, но тела нет. Видно, Натак спешил, раз оставил все так. Убил и съел. Очень странно. Оружие принадлежало солдату, не Натаку. Ищи дальше. С чего вы взяли вообще, что это Натак тут оставил? Дарий, здесь нет следов Натака. Лишь припасы и снаряжение солдат. Он осторожен. Славно. Кассандра, сюда. Тропа, ведущая в горы. Идем. Ну давай, залезай. Вперед. Но! Откуда ты знаешь, что Натак пошел сюда? Иногда нужно вдуматься и вглядеться. На мосту были стражи, не видела? Рискованно, и Натак понимала это. На мосту, до которого мы не доехали? Да-да-да, там прям были солдаты, да. Тоже обратил внимание. Да, вижу. Ой. Я стараюсь. Я стараюсь. Один из них перс. Ты не уйди. Молока. Грузи его там, клюй. А где? Здравствуйте. Этот-то откуда взялся? А там кто стоит? Я не знаю. Да, посмотрим, кто там. А, так а этот Дарий ускакал дальше? Не знаю, я его убил на всякий случай. А лошадь почему его тут осталось? Давай. Или я что-то не понимаю. Он сказал мне перебей их, и сам побежал дальше. Так что получается? Ну, типа того. Я почему-то думал, что мы вместе деремся. А. Я тоже так могу. Как ты еще держишься? А может, можно их всех не убивать, а как-то сбежать просто дальше? Давай. Может, можно проехать? Много их еще, интересно, будет в пути? Да ты уже почти доехал. Ну ладно, хоть не нападают. О. Поехали. Ну чего, рассказывай. Они что-то ищут. Присмотрись к ним. Они жаждут крови. И получат. Нам нужен план. Если Натак прячется здесь, ему не избежать боя. Действуя тихо, мы сможем устранить стражей по одному. Мудра хозяйка орла. А если бы ты второй вариант выбрал, сказал бы смело, хозяйка орла. Может, он сказал бы, что не очень умно. Тихо и быстро. Лучше не попадаться. Тихо, Кассандра. Этот твой. Он где-то рядом. А этот твой, говорит. Мой черед. Он прячется. Отлично. Я могу, по идее, их всех перебить просто. Да, перебивай. Я думаю, не страшно. Что там? А, там тело. Ну, бей уже. Пытаюсь посмотреть, они же в разные стороны смотрят. Так и ты можешь чередой ударов. Я понимаю, но зачем? Почему бы нет? Если можно вот так. Вдруг сломается что-то. О, это Натак? Ага, это он. Ребенок какой-то. Натак. Кассандра. Вот мы и встретились. Поверь мне, помнишь? Трудно жить, никогда не ошибаясь, да? Это тяжкая ноша, но я держусь. Что ж, рад тебя видеть, Кассандра. Девочка знакомая или мне кажется? Моделька такая же. Моделька, ну, наверное. Я тоже рада встрече. Узнав, что ты попал в беду... Ты села на коня и поскакала на помощь? Кажется, ты и сам справился. Не суть. Сын мой. Есть еще кое-что. Нужно найти мою маму. Людям нужна наша помощь. Их выбросило на берег в Ахее. Их забрали в крепость, недалеко отсюда. Я схожу туда. Вдруг сюда придут солдаты. Если мы бросим тела здесь, это привлечет ненужное внимание. Я соберу людей, пока ты прячешь тела. Пленников держат в крепости на вершине скалы. Береги себя. Спаси мою маму! Прошу! Нужно идти в крепость. Вообще-то, его тут не должно. Точнее, это тело не должно тут лежать. Какого фига? Посреди шторма. Их держат в центральной части... Их держит у стены Геракла. Подожди, это как раз вот это сейчас задание засветилось, получается. Ну да, видимо. И там какие-то побочки появились. Ну да, из уст в уста. Одна побочка. Пока одна. Ну, я так понимаю, мы пока разбираемся с сюжетом. Ну, где-то там. А. Ой, я припоминаю эту крепость. Дурацкая такая, большая. А как так краем можно пойти? Или это не та? Зачем нам через крепость? А, нет, это не та, чесать? О которой я подумал. Нам надо в крепости освободить пленников. Не, ну может как-то сбоку можно зайти. Где они? Кого освобождать-то нужно? Ну, по-моему, я всех отметил уже. А, вот. Еще. Раз. Два. Три. А, нет, три это я. Вон еще что-то. Ага. Четыре. Или три. Три, раз, два, три. И справа, а, четыре он там. Все нормально. Если я вас освобождаю сейчас, вы куда побежите? Да кто ж их знает? Ну как-то глупо всю крепость зачищать. Ну сами виноваты будут. Желтые глаза примечательные. Сказала же, никого похожего я не видела. Не лги мне. Не хочешь, не верь. Ты о чем это? А как насчет мистии с ручной птицей, с орлом? Просто смешно. Отстань от меня со своими глупыми вопросами. Кто такая Клета? Ах ты! Так задумано. Ну ладно, я попытаюсь их потихоньку освобождать, потому что мне не хочется зачищать всю крепость. Спустись к подножию горы. Остальные там. Там еще никого нет. Спасибо. Побежала, побежала, побежала. Ну да, но зато по ней сейчас можно будет попробовать разобраться. Где они будут прятаться? А где они будут прятаться? Я не понял сейчас. Подножие горы. Она пропала просто, что ли? Возможно, я не знаю. Не видела. Куда она в итоге спускалась, а дальше не видно. Ну вот, да. Как будто пропали. Бегите. Остальные внизу. Спасибо. А, но они как бы не привлекают внимания, такие крадутся. Вон они прям мимо них. Этим пофиг. Не отсвечивают вообще. Ага. Супер маскировка. Опа! О! Не-не-не, тебе показалось. Я думаю, мы заберем вот этот свиток, как только доделаем вот это задание. Главное не забыть. Ну да. Встретьтесь с Натаком у подножия крепости. Угу. Смотри, ну... он сидит, не уходит. Там, видимо, стража. А, ушел. Угу. Свиток не забудь. Я думал, с Натаком поговорим, нет? Ну ладно, давай заберем эту. 150 раз сюда ходить. А, это задание как раз. Да. Письмо предупреждения. Кости к праху, прах к пыли. Мы наблюдали за Эгеей, ожидая нужного момента. Полагаю, наши войска помогли в достижении ваших целей. В данный же момент наши цели совпадают. Не волнуйтесь, мы не забыли о нашем соглашении. Нам нужен лишь хозяин орла. Мы не раз оказывали услуги вашему культу, и теперь будем ответ... Мы помогли ждать ответной. Пора вернуть долг. Угу. Подпись «Буря». Орден и культ работают вместе. Неудивительно. Угу. Ага. Отлично. А почему с этой стороны спускаешься? Там в обход очень. Ну, мне туда надо идти. А, вон они где. Я думала, с той стороны будет. Ну ладно. Ну да, я не знаю, мне показалось, что они бежали. Да нормально все. Да, короче. Куда показывают, туда скачем. Да скачу, скачу. Настигнет нас. Людям нужна наша помощь. Мама! Дочка, ты цела? О, Зевс! Кассандра, ты здесь? Это ты освободила нас. Спасибо. Я Клета. Я даю приют страждущим в буре. Деревня неподалеку. Я уже давно живу в Ахее, но что-то изменилось. Приближается опасность. Я нашла письмо, адресованное некой Буре. Ты знаешь ее? Все жители Ахеи знают Бурю. Это самый свирепый капитан в Эгейском море. Выжить после встречи с ней невозможно. Ее гнев... страшит даже Посейдона. Те, кто не может сбежать от бури, живут в моей деревне. Но это временная мера. Гавань закрыли. Солдаты обыскивают тут все. Я думаю, как помочь людям бежать из Ахеи. Если ты можешь помочь, приходи ко мне в буру. Она знает больше, чем говорит. Неважно. Орден уже здесь. Амморг не простит нам того, что мы сделали в Македонии. Амморг не забудет, что в смерти охотника виновна проклятая. Его ум острее любого клинка. Возможно, он уже здесь, наблюдает, изучает наши действия, решения, ищет наши слабости. Здесь оказались люди со всей Греции из-за ее пределов. Торговцы, крестьяне, моряки, целые семьи. Их ловят и допрашивают о Македонии. Люди страдают, потому что Орден разыскивает нас. Люди страдают, и мы должны помочь им. Не это ли наша цель? Разве не стоит рискнуть? Их не спасти. Пока буря так сильна, нам нужно нанести ей удар. Только тогда люди смогут вернуться домой. Значит, за дело. С чего начнешь? В Патрах множество солдат бури. Я попробую выведать что-нибудь о гавани и, возможно, о самой буре. Это женщина, Клета. Она рассказала о буре не все, но ей нужна помощь. Людям в деревне тоже. Им пригодится кто-то вроде тебя. Я проведаю ее. Твой отец знает, как эффектно уйти. Куда он пошел? Проверить кое-какие сведения. Рядом с гаванью в Патрах есть выброшенный на берег корабль. Найдешь его там. У бури не будет шансов против нас троих. Она умрет. И вы сможете покинуть Грецию навсегда. Я отправлюсь в гавань и выслежу бурю. Вряд ли она единственный член Ордена в Ахее. Я поищу остальных. До встречи. До встречи. Ох уж эти словоблуды. Эпизод 2. Тени прошлого. Можно поискать Дария и Натака в Патрах или заглянуть к Клете в буру. Тебе на выбор предлагаю. Для начала интересно, они поиграли словами, да? Бура и буря. Да. Хотя могли бы разные какие-то названия дать. Специально, чтобы мы путались. Не факт. Бура, буря. Бура, пожалуйста. А второй момент хочу отметить, что нас прям вот подводят к тому, что у них прям какие-то отношения должны сложиться. Оба такие грустят. Ты вот уедешь из Греции навсегда. Такая... Глаза спаниели такие сделала. Да-да-да, мне тоже понравилось. Как интересно, то есть из уст в уста это общее задание на бурю. То есть на него можно пока забить, оно будет потихоньку делаться само, насколько я понимаю. Суть в том, что буря и бура при склонении одинаково читается. Буре, о буре. Ты можешь о деревне буре, бура, буре. И о женщине буря, буре. То же самое получается. Но у меня первое предположение, что они как-то пересекутся в итоге, в одно целое сольются. Что деревня бура и буря это будет где-то там. Возможно, что вот это Клета и есть буря. Ну, хотя нет, это было бы слишком, наверное, очевидно. Не знаю. Не уверен. И ее специально, что ли, там привязали, что ли? Чтобы тебя выловить? Ну это смешно. Почему нет? Но я говорю, что это странно. Но фиг знает. Не, я просто отметила такое совпадение. Случайно, специально, не знаю, но вот как-то так вот. Элла,